Надо было попасть к меню. Мама, ты уверен, что так мы быстрее всего доберемся? Да, я уверен. Эй, ребята, нам так вот на вот эти, по-моему, мухи, и у них кладут язык. Странно. Это не экскурсия, мама. У нас важная миссия, не даст справиться в один свой жизнь. Где этот поезд? А, он прибыл. Я поговорил, я не понимаю. Он сказал, мы ждем на волю. Я хочу на коричневом вагоне, надо пойти на коричневом вагоне. Надо на коричневом сходить. Ну мы ждем же на волю на коричневом вагоне. А я говорю, ты спятил? Он говорит, мне тететле. Надо на коричневом вагоне сходить. Если мы приближаемся к Харькову, то мы пересядем на 4. Мы не можем пересесть, мы билеты купили. Здравствуй. Здравствуйте. Только вас, только не говорить, а просто, что ну мне пассажиры говорить. Да, конечно. Да подождите, еще не выйдет. Они сейчас уже выйдут. Нет, тут две станции. Можно сесть на одну, можно сесть на вторую. Идем туда вот, а на телевизор. Мы сейчас поедем. Классно. Садись, можно? А давно не каталась вот в вагоне. Классно? Да. Подожди, они еще билеты не проверили. Давно не каталась в вагоне. Посмотрите на меня, я вас только. Как будто уезжаем в другой. Да, конечно. Но только вам, только не говорить, а просто, пожалуйста. Смотрите, у нас два билета. Мама. Мама. А. Попроси маме, чтобы он сказал вот это просто слово. Шановные пассажиры. Они сами знают, что говорить. Я не знаю. Да, они проводники. Проводники работают дети. Я тоже хочу работать. Посмотрите на меня. Не смотрю, пока я это снимаю. Я тоже хочу работать. А тут, кстати, можно подать заявку. Давайте, я хочу тоже работать. А почему папа не заходит в вагон? Он уходит или вот тоже с ними едет? Едет, объявляет станции. Саш, на меня посмотри. Я тоже так хочу. Покажи папа. Тома, на меня. Внимание. Выключи, пожалуйста. Да, выключай. Звонок. Саша, смотри. О, папа здесь. Пока мы встретимся со станции Киев. Да, мы встретимся. Томочка, мы будем ехать. Не любит, во-вторых, 100 гривен можно сэкономить. Это я, Томочка. Мы так хорошо в вагончике ехать. Зачем ты губу постриг? Мне ты-ты-ты, мне ты-ты-ты. Губа, покажись. Я тоже. А этому мальчику его родители. Ну когда же будет ехать? Я буду за то кататься целый день. Открой. А то далеко. Только не, только я не выхожу. Мы поедем на еще одну станцию. Нет,
Хорошо мы гуляем по взрослом вагоне. Вау-вау-вау-вау-вау! Ой, я хотел бы сесть. Ну как же будет ехать? Когда же будет ехать, мама? Бежит по бубу вагон. Смотри-ка, вот. Смотри-ка. Не так нравится гулять в вагоне. Это я, Буб. Садись. Угу. Не могу сесть. Саша, иди, пожалуйста, сядь на свое место. Сейчас зайдут проводники и будут ругаться. Эпицентр счастья. Странно, это магазин. Эпицентр. Ну когда же будет ехать? Ну! Через 4 минуты. Сейчас Маугли в Индии. В окошке что там? А здесь? И здесь? И тут тоже здесь тут все. И здесь тут туалета нет. А здесь тут тоже нету туалетов. Саша, пожалуйста, сядь, сейчас люди будут заходить. Но сейчас не будет заходить люди. Ага, ну конечно заходит. Саша, сядь, пожалуйста. Но сейчас. Сейчас подождите. А что, а что тут папа не заходит? Папа не поедет с нами, он сейчас их по делам ему надо. Садись на свое место. Мы на поезде, да. Садишься сюда, пусть. Что там такое? Камера. Это ее камера. Да, да, да. Саша, сядь, пожалуйста, на свой. Дай на минуточку. Сейчас там сидит Буба. Ждет. Хорошо в тепле, в поезде. Так вот, в театре. Не в театре, а в поезде. Красавец. Ух, как там хорошо. Я пока не могу. Подожди, подожди. Дай там хочет здесь человек, да? Буба сидит... На ручек. Когда двигается... Да, сядь, там люди садятся. Вы когда поезд будет ехать, то Буба падать будет.
Merry Christmas, это на английском. Тут укает, подожди. Здравствуй, мы уезжаем. Знаешь что, мама, мы уезжаем? Уезжаем? Да, пересядь на другое сиденье. Сейчас я и пересижу. Сейчас будет. Ну, конечно, будет ехать. А если я? О, тут только это конец-то. Ой, он падать будет. Я упаду от этих вагонов. Ой! Поехали! Счастливо оставаться! Посмотрю на этого дура на разведку. Вот уже, а? Поезд едет. Ну-ка, посмотри в окно. Следующий будет Харьков. Ты знаешь, только зачем ты «ва» говоришь? А просто нам надо говорить... Просто шановные пассажиры. Мы едем на что? К виадук? На виадуку 100 метров. Подожди. Мы опять проиграли. Вот это понятно. Очень обидно. Обидно очень. Тихо. Оно сказало большое, небольшое, оно сказало «залезныте» или «больной сильно вонял». Приехали.